Не в проекте, а наяву. Первый филиал парка высоких технологий вот-вот откроется в Гродно. Работы по реконструкции 4 зданий бывшего гродненского погранотряда начались прошлой осенью и уже подошли к концу. Внешний вид строений остался фактически нетронутым, а вот внутри от окружной больницы и казарм не осталось и следа. Бизнес-инкубатор, коворкинг-центр, кабинет администрации, зона для встреч и переговоров, помещение для приема пищи и многое другое. В парке высоких технологий созданы все условия, чтобы гродненцы могли проявлять деловую активность и строить свой бизнес. Предполагается, что торжественное открытие парка состоится в середине осени. Мы проводим работу уже о том, кто будет работать в этих стенах, кто будет арендовать эти помещения, с кем мы будем работать в плане инкубирования стартап-компаний, подготовки их последующим к резидентству в парке высоких технологий. Эта работа уже начата.